лучшая вечеринка на этой неделе – клуб «Склад». Самая лучшая вечеринка этой недели – это вечеринка в ночном клубе «Склад». Однозначно «Склад». Ну, я думаю, что это клуб «Склад», вечеринка «Топлес». Лучшая вечеринка этой недели – клуб «Прайд». Самая лучшая вечеринка этой недели была в крыше. Там всегда весело. Лучший ресторан этой недели – это китайский ресторан «Принцесса». Самый лучший ресторан – это «Ареал». По моему мнению, это клуб «Эсперанза». Ну, что касается лучших ресторанов, для меня, как для человека работающего, очень важны комплексные обеды, а обедать лучше всего в ресторане «Хуторок». Из всех ресторанов мне больше всех нравится «Ассорти». Там самая лучшая пицца. Самые лучшие кинотеатры – это сеть «Спутники» и «Целинный», старый добрый «Целинный». Кинотеатр «Иллюзион». Больше всего нравится «Мега». Там вопрос 3D самое более качественное. Больше всех мне нравится Cinema Towers. Я люблю кинотеатр Cinema Towers, потому что там очень вкусный попкорн. Смотрите Live TV. Смотрите только Live TV.